Bill Main Street, no, я мог накрывать, не слышать. Prohibition River, класс. Это Broadway, где мы были. Это Main Street. У вас через речку это девятка, было считалось. Стиль людей вот этих, там как это. Богемия. Богема, богема, Лен, артистическая богема. Эти здания я был, когда покупал, за 125 тысяч мог, и сейчас миллион чем. Надо было, конечно, но с другой стороны, кто же знает. Типа так всего. Я хочу Браунстоун здесь построить, там. Сейчас так я буду там Браунстоун строить. Сейчас покажу дом, который я построил себе. Я взял маленький домик, который был две спальни, продал его и построил этот дом за эти деньги. Лена, смотри сверху, там видишь там окно? Самое высокое здание? Да, да, да. Это он. Ну вот это красиво, очень красиво. Окна большие ставят в подвале, чтобы экспрессию сделать. И там меня очень не любили. Там они закрыты, да? Так что это дом круглый комп. Я круглый комп построил. Это как много семей, да? Да. Это круглая комната, там где написано Trump, да. Там круглая комната, я ее построил. И подвал, две круглые, один подвал круглая комната, второй подвал круглая комната. Потом там две рояля, поставил кухню рояль, берет половина комнаты, хоть какой комнаты он занимает половину огромной комнаты. Так что в целом это... А сколько же детей в этой семье? Сколько нужно? А там мы жили, у нас было... Я-то человек, который видел, подумал, что все это поднял уровень. Люди перестали скучать строить. После семьи люди стали строить. А это как в каком-то стиле?